Всем привет! Сегодня вот вышла первый день, подключила самозанятое, и сегодня буду работать на аренде. Вот, аренда машины будет стоить 4000. Вот, заправляемся за свои деньги, я и мой сменщик. Так что посмотрим, как оно по деньгам получится и насколько оно вообще стоит. Вчера я отработала, повернулась домой поздно, увидели почти 2 часа ночи. Вот. И сегодня вот вышло сейчас 12 часов дня. Буду выходить сейчас на линию. До 10 буду работать, посмотрю, как оно сегодня будет. У меня третий рабочий день и вторая смена. Рассматривать не будем. Будем смотреть по Яндексу. По Яндексу у меня вчера было 10 заказов. Вот. И чем это удобно, да? То есть, потому что сразу отчет о поездках, которые были у меня, сразу идет в налог, мой налог в программу, и все это отпечатывается, что очень хорошо. Вот. Единственное, что стоимость поездки, она считается целиком. Они, мой налог не учитывает, что Яндекс меня снимает почти 30%, 29% по бизнес-классу снимает Яндекс свой процент. Вот, но не суть дела. Значит, у меня вчера было 10 заказов по Яндексу. У меня получилась общая касса 10 500. И, значит, минус 30% Яндекса. Считаете, ну это где-то 3000, да, около 3000. И в результате что у меня осталось? У меня осталось 7000 рублей. Так что смена у меня была достаточно короткая. Я отработала 10 часов. И то есть я вышла на линию где-то в 12. И в 10 я уже закончила. В 10 я уже поехала сдавать машину своему сменщику. И как-то вот так вот. То есть за 10 часов у меня получился заработок 7500 рублей. Вот это за вчерашнюю смену. Вот. Минус мы вычитаем бензин и вычитаем аренду. Да? То есть мы катаем вместе с моим сменщиком. Аренда машины стоит 4000 рублей. Значит, напополам это 2000 и бензин где-то 1000 рублей. То есть 1000 рублей, 2, значит, остается на руках 4500 рублей. То есть вчера я заработала 4500 рублей за 10 часов. Вот. Ну, как много или мало, это я не знаю, считайте сами, вот, как для вас это. Но что самое главное, я хотела сказать, вот я заработала вчера вот эти деньги, и Яндекс, как он перечисляет деньги, то есть вот сегодня утром, уже когда, днем, когда, после 12 часов, когда я ехала на работу, Яндекс уже мне перечислил часть денег. Вот, то есть перечислил мне 2600. Еще Яндекс должен перечислить мне 2000, и 3000 у меня вчера было по наличными, 3 там с копейками. Так что вот такая вот, как говорится, получается петрушка. Вот. Сегодня получилось попозже немножко, потому что я вчера опять приехала домой поздно, и плюс еще мой сменщик катал всю ночь и утро, поэтому как получается.
Вот так что вот такие вот. Сегодня тоже будет такой у меня не длинный день. Я хотела сегодня использовать свой промокод. То есть Яндекс дает промокод тем, кто... То есть новым водителям на бизнес-классе, кто работает самозанятыми именно. Вот я хотела его сегодня использовать, потому что сегодня суббота, как говорится, такие, я думаю, что заказы будут, но смена мне получится короткая, потому что сменщик попросил ему машину привезти в 8 часов вечера. А сейчас час дня. Поэтому использую в следующий раз. Вот. Так что вот такая вот петрушка. Так, я уже подъезжаю к своему заказу, к пассажиру, Сходнинская, дом 7. И подъезжаю. Все, буду выключаться. Сегодня стоит жарко, жара 25 градусов. Все, видимо, куда-то едут. Вот, поэтому все, я выключаюсь. Попозже еще что-нибудь еще расскажу. Так, ну я вот отвезла свой первый заказ на улицу Челюскинская, дом 9. Это вообще северо-восток. И думала заехать заправиться, и тут же прилетел заказ с улицы Минжинского. Не знаю, куда поеду. Но пока так. Хороший здесь комплекс такой для мытья машин. Такой уютненький, нет столпотворения. Может, потому что суббота. Сейчас, на самом деле, хорошо. Много боксов. Ну все, я уже моюсь. Сейчас вот сижу, жду, пока помою машину. И поеду сдавать. Сегодня у меня, получается, суббота разбитая вся. То есть я добиралась до этого точно, пока забирала машину. Потом отработала 5,5 часов. И сейчас... Привезла на Сокол сюда машину. Ну ладно. Такие дни тоже бывают.